«Энергопром» – Новосибирский электродный завод. Крупнейшее предприятие в России. Здесь производят все виды электродной продукции. Угольную, графитированную, прокаленный кокс. Но сейчас здесь создали еще и новый комплекс «Айрих». Сейчас мы видим выгрузку его произведенного продукта «Зеленый электрод». В этом году заводу 45 лет. К юбилею приурочен торжественный пуск в работу смесительного комплекса «Айрих». Это часть масштабной инвестиционной программы группы ПМ. Она направлена на расширение производственных мощностей и повышение качества выпускаемой продукции. Реализуют успешно уже третий год. Первые попытки установить подобный комплекс были еще 20 лет назад. Подготовку и монтаж этой установки осуществили быстро. Это совершенно другая система подготовки материалов, их смешивания. Причем речь идет о большой экономии, и новой энергии. В итоге мы имеем более высокое качество продукта, чем в обычных смесителях. При этом резко уменьшается количество брака. Это серьезный фактор для производства. Новое оборудование стоимостью более 320 миллионов рублей будет подготавливать массы графитированных электродов и катодных блоков теперь качественней и в увеличенном объеме. Смеситель позволит почти вдвое сократить время смешивания и подготовки массы для прессования. Общая производительность участка будет увеличена до 10 тонн в час. Один комплекс будет работать сразу за 5 смесителей старого типа. Внимание! Раз, два, три... Итак, дорогие друзья, пуск состоялся. Завод поставляет свою продукцию в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Северную и Южную Америку, Австралию и даже Юго-Восточную Азию. Половина выручки от экспортных продаж. Данное оборудование позволит повысить качество продукции и в большей мере, наверное, привязать наших потребителей к качеству продукции на вывоз. Это такая достаточно распространенная практика, когда потребители имеют долгосрочные контакты с поставщиками продукции. Ну и, естественно, чем выше качество продукции, тем крепче эти связи. Поэтому здесь речь идет о том, что «Новес» укрепляет свои позиции на сегодня уже достаточно прилично. Преимущество нового смесителя – стабильность всех технологических показателей смешиваемой массы. Теперь у заготовок будет более однородная структура и высокие характеристики. Введение в эксплуатацию такого оборудования – незавершающий пункт в инвестиционной программе ПМ Новосибирского электродного завода. Запуск пускосмесительного комплекса «Айрих» – это наглядная демонстрация, во-первых, международной кооперации в сфере металлургии, машиностроения. Это наглядный показатель того, что Новосибирская область со своей продукцией довольно уверенно чувствует себя на международных рынках. Вместе со смесительным комплексом «Айрих» общий объем инвестиций в модернизацию оборудования Новосибирского электродного завода составит 1,5 миллиарда рублей до 2020 года. В следующем году будут модернизировать механическую обработку. У нас закуплен уже второй смесительный комплекс. И буквально в следующем году у нас по нашему инвестиционному плану запуск еще одной такой смесительной машины на другом прессе. Поэтому это известно. Причем я могу сказать, что это мировой лидер на сегодняшний день по смесительным комплексам, поэтому долгая история, долгие проработки, мы к этому были готовы. Наталья Лядова, Александр Селютин, события РБК Новосибирск.